Привет, зрители! Это у нас паук-волк. У него достигает размах ног 4-6 сантиметров. Вот так у него 2 сантиметра. У пауков есть передние зубки, которые помогают им еще ходить. Эти пауки обитают в Азии, Европе, Африке и Северной Америке. Такие пауки очень легко встречаются под землях. У них есть такие вот хитеры черные, которые он ест мух. И они так похожи на тарантулов. Пауки, они из фильмов ужасов. Помните фильмы ужасов? Вот такие вот у нас паучки водятся в Европе и в Украине, в стране. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители. Пока!